Память жертв политических репрессий почтили в Шымкенте. Около 1000 горожан возложили цветы к мемориалу Хасрет. Памятник был воздвигнут на месте массовых расстрелов. Сюда пришли родственники репрессированных, дети и внуки тех, кто был депортирован в Казахстан в 30-е годы. В общей сложности гонениям были подвергнуты около 100 тысяч казахстанцев. 25 тысяч были расстреляны, их семьи отправлены в лагеря и ссылки. Мой отец был расстрелян в 38 году. Ему был 31 год. Мне тогда было только год. Я ничего не понимала. Сейчас не осталось и тех, кто знал его. Много лет мы не могли говорить об отце. Только после реабилитации вот так приходим почтить его память. Раньше это место называлось Албасты-Сай. Сейчас это мемориал Касирет. Я заинтересовался его историей и написал про эту книгу. Здесь захоронены не только репрессированные. На этом месте лежат и расстрелянные, как кулаки, во время конфискации имущества.